Город без барьеров. Под такой назвой у Гомеля упершиню проходит конкурс студентских работ. Удельники повинны пропоновать архитектурное рашение по адаптации городской просторы для людей с инвалидностью. Умовами проекта потекавилася Вероника Гамзюкова. Конкурсантам пропонуюць некалькі номінацый: адаптацыя паркаў і гарадскога асяроддзя, лячэбна-аздараўленчай установы, грамадскага будынка і спартыўнага аб'екта. Для кожнага напрамку прадугледжаны свае пляцоўкі. Для работы па адаптацыі паркаў і гарадскога асяроддзя прапануюцца два аб'екты: сквер па вуліцы Юбілейнай і пляж ля возера Ропаўскае ў савецкім раёне. Арганізатары чакаюць і праект добраўпарадкавання тэрыторыі санаторыя «Машынабудаўнік». Таксама конкурсантам прапануюць распрацаваць пляцоўку для пара-варкаўту на тэрыторыі цэнтра інклюзіўнай культуры и гацар по паралімпійскіх и дефлімпійскіх видах спорту. Для Центра социального обслуговывания насельніцтва Центрального района можно подрыхтовать дизайн помешканняў по реабилитации и адаптации инвалидов. Акрамя того, идея концепция повинна змяшчаць у себе комплексное добраупорядкование, прилеглое до будинка территории с распрацовкой уваходу, починаючи с припынку громадского транспорта. Весь смысл этих проектов, да, чтобы они, может быть, из этих 5-6 проектов, да, что делать будут студенты, наша надежда, что воплотятся в жизнь конкретно в этом месте, да, именно конкретно у этих объектов. Мы хотим, чтобы это сыграло какую-то роль, чтобы был стимул дальше заниматься благоустройством нашего города, инклюзивного города в сфере новых идей доступности, новых идей универсальности, да, этого дизайна. Подобный конкурс у Гомелі проводится упершыню. Проект реализуется при поддержке Комитета архитектуры и будаўніцтва Гомельского облвыканкама и Управления будаўніцтва гарвыканкама. Их представники будут в составе журы. Мэта – выбрать проекты, которые отповедают принципам универсального дизайна. Такие, как на вызначенных объектах усім было комфортно. И людям с инвалидностью, и здоровым наведвальникам. Карысць от этого конкурса атрымаюць усе баки. Для людей с инвалидностью з'явится новая уладкаваная простора, а авторы работ смогут атрымаць опыт у распрацоўцы архитектурного проекта. Мы очень надеемся, что они дадут толчок для постоянной совместной работы на будущее. Это не будет разовая акция. Я думаю, что от этого выиграют и все. И город получит, можем сказать, бесплатный человеческий ресурс для решения вот таких задач по сформированию инклюзивного, не только отношений, но и отношений в том числе, но и созданию безбарьерной среды в наших городах и населенных пунктах. У конкурсе могут удельничать студенты, магистранты и аспиранты архитектурных, будаўнічых, мастацких, техничных и дизайнерских установ адукации во узросте до 30 годов. Работы прымаюць на кафедре архитектуры и будаўніцтва Белдута по 5 червеня. Организаторы спадзяюцца, что лепшие проекты будут увасоблены у жыццё. Вероника Гамзюкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».